Всем привет, дорогие друзья! Добро пожаловать на Like Up Game и добро пожаловать на прохождение Растений против зомби 2. Так, укажите, пожалуйста, свой возраст. Ну, я всегда же молод... Старики, 60 лет. Ну, допустим, мне 60 лет. Вот, не будем прям точно показывать, сколько мне лет, а я всегда буду молодой. 60 лет, все, будем стариком. Старичком, который зашел просто в растение против зомби. Вот. А на данный момент я не знаю, оставлять либо эту игру на полное прохождение, прям все планеты проходить, потому что я, в принципе, не играл в основном в зомби, растение против зомби 2. Я играл в основном, первую часть проходил на канале, а до второй еще даже не добирался. Поэтому даже не знаю. Так. Тебе нравится та-та-ля-ля, тебе skip over. Я знаю, в принципе. Ну, давайте. Хотя зря я обучалку пропустил. Подождите. Так, а тут переносить надо. Ага. Замечательно. Что у нас какая? Это пятый день. Почему тут... А почему пятый день? What the fuck? Это потому что мы скип... А, мы скипнули обучалку пятый день. Я понял. Вот так, давайте мы поставим. Блин, наверное, не надо было скипать, да? Обучалку мне. Так, солнышки мы забираем. Вставляем быстрей. Так, куда еще можно тебя запихать? Сюда давай поставим. Что там по солнышкам? Лята-лята, посмотри, что происходит. На нас нападают зомби. Только у нас 300 солнышек. Мы еще 3 штуки можем даже поставить. Куда тебя? Я даже не знаю. Сюда-сюда. Вроде пока все легко идет у нас. Так и должно, наверное, быть. Мы могилы еще, наверное, нужны уничтожить. Посмотрите-ка, обратите внимание. Так, ну вот так. Давай тебя тоже. Так, миночки, как мы можем? А, в принципе, все как и в первой части, заметьте. Все и как в первой. Так, вы что так долго уничтожаете? Бутылочка, хорошо. Я, кстати, так и хотел поставить русскую, блин, версию с локализатором русской питки. Эй, привет, соседушка! Мог бы ты что-то там, можно для тебя что-то показать? Короче, и он просто вот так и показывает. Я хотел скачать с русской локализации, где есть перевод. Но... Вот и машина времени приехала. Но там какие-то костыли, блин, надо. Я пытался, так и не смог. Кошмар, короче, установить русскую версию. Потому что там через костыли какие-то. Через костыли пираткой, притом, нужно было устанавливать. Так, мы отправились в будущее. Welcome, добро пожаловать в Средневековье. Не Средневековье, а как это? Египетскую века, да? Так, нажмите. А нам надо все переносить, я понял. Я думаю, на удержание. Нет? Так, забираем. Это буст нашим растениям дает. О, нифига себе, чувак! Я об этом даже и сдал. Ну, поехали. Кстати, мне постоянно хочется передвинуть, посмотреть, что там находится. Я уже какой раз заживаю, короче, пытаюсь этот... Дайте отвезти туда, чтобы посмотреть, что там находится. Так, а ты двоих осилишь, друг мой? Походу, не осилишь, да? Мне кажется. Так, ты что? А, у меня полный, я понял. Так, ну, давайте так сделаем, наверное. Нам дашь кучу солнышек. Так, ну и вот так. У нас, в принципе, солнышка пока ни на что больше не хватает. Хотя вот уже что-то есть. Так, тут еще идут. Мне срочно нужно 100 солнышек. Отлично, отлично. Так, еще в одном месте вижу не хватает. Вижу. Так, ну и давайте что, солнышки, наверное, этих не пропадай. Так, мой... Друг, блин, а ты доходишь. Поэтому тебе нужно
обезопасить. Замечательно, замечательно. У нас, в принципе, на все хватает денежек. Даже на еще один подсолнух даже хватает, смотрите. Потрясающе. Так, это мы забираем. Солнышки тоже забираем с вами. Это мы ставим. Кто там солнышки забирает мои? Что за паршивец? Что? А что он делает, смотри, он себе солнышки ворует. Ах ты, какой-то шаман это был. Ну, и, ну, у меня, в принципе, куда? Есть. Что мы с вами выбили? Мы с вами выбили какие-то... Я не знаю, что это. Что это такое? Используйте только в нужных моментах. Я понял, короче. Ага. Я понял. Снежный... Так. А, это у нас... Вон чего, нифига себе. Это у нас типа супер удары, я понял. Смотрите, поднимать и скипать, поднимать и скипать. Хорошо. Это вот это, да, это супер удары. Так, поднимаешь и скипаешь, да, поднимаешь, поднимаешь и скипаешь, поднимаешь и скипаешь. Только не до конца почему-то я его поднял и скипал. Мне еще надо научиться просто к этому. А это электрическая молния, который просто убивает всех зомби. Замечательно. Так, просто проводим их. Ага, а мы, интересно, вот так можем? Так. Так, как это действует? Это замедляющий. Вот это кидай, да? Надо к этому научиться. Это, в принципе, первый. Так, с ведерками. Так, надо замедлить их. Так, везде пощелкать, еще щелкать, еще щелкать. Так, и ток, давай ток. Потому что скип мне как-то не нравится. Скип я немножко поднимаешь и выкидываешь. Так, замораживаем вас, замораживаем. Хулиганы, не суйтесь даже на мой двор. Они не только замораживают, но еще уничтожают. Кстати, дамажат, смотрите. А-а-а. Для чего технологии дошли? Карту мы получили с вами. Замечательно, это же карта, да, это карта. Ага, вот и вся у нас карта. В принципе, можем сейчас посмотреть, сколько нас ждут уровней. Ага, доктор зло. Давайте глянем, что у нас, что ждет нас. Так, а мы как-то подняться, отпуститься можем? Нет, не можем как-то. А как общий прогресс? Так, 10, 20, 20, 20. Ёшкин кот, сколько тут 25 уровней, охереть. Ну, давайте, в принципе. Давайте еще, в принципе, не знаю, до 5 уровня дойдем до сюда. И, наверное, в принципе, на этом ознакомительный ролик закончим на растении против зомби. Я, кстати, по комментариям вашим еще почитаю, стоит ли, не стоит продолжать. А, с монеты дали. За монеты мы можем покупать. Я понял, понял. 1000 монет стоит, офигеть, одна. Все, все, или что? Нужно еще купить? Нет. Ой, с табличками посмотрите, какие ты там. Так, тебе, о. Так, слушай, а что будет, если я вот ему сделаю гороха улучшение? Он, это что будет какое? Он будет по всем кидаться? Или как? Давайте проверим. Нет, нет, не купить, а вот так сделай. Ага, он по всем, кстати, ударил. Это, кстати, круто. Круто, круто, очень круто. Так, а он мне солнышки ворует, паршивец. Быстрей, быстрей, быстрей. Смотрите. Ах ты паршивец такой, хулиган. Солнышки у меня берет и ворует, посмотрите. Бесцеремонно так еще. Так,
Так, солнышки мы забираем. Это, знаете, у меня, кстати, тактика из второй из первой части, когда я. Когда я этот в два ряда ставил солнышки. Я не знаю, правда, во второй тактике работает такая тактика. Напишите, ребят, обязательно, кто знает по тактикам. Ну, что это такое? Это смерч, который принес нам зомби. What the fuck? Что тут происходит? Так, а почему ты, блин, тут один? Надо было давно поставить. Так, ну-ка, паршивец, не ломай мои. Так, я не знаю, куда мы. Ну, давай так сделаем, наверное. Поломаем. Так, куда? Вот так, наверное, еще. Так, тебя замедлим мы, друг мой. Так, куда-то я не туда поставил, или туда поставил даже. Блин, я не успеваю, столько событий происходит на экране, потому что подожди, монетки, солнышки. Подожди, чувак уже почти дошел до меня, так ты справишься с ним? Так, стойте, стойте, я случайно нажал на него. Бейте его, бейте хулигана, он сожрал мою... Ага, еще идут. Давайте сюда запихнем. И сюда запихнем. Так, вы справитесь с ними, товарищи? Это бронька, я так понял, да, у вас? Вы ей перекрываетесь? Ага. Так, не надо улучшать никак-то, нет? Нет. Кстати, удобно, смотрите, что первый, в принципе, давит, а второй сзади него стоит без, в принципе, без атаки. Это даже хорошо немножко. Было бы печально, если бы они четвером шли с щитами вот этими, и потом после, знаете, четвером сразу накидывались на... Ага, это что за растение? Это кукуруза? Я не знаю, вроде бы кукуруза. Похоже. И это у нас уровень, который с мини-игрой. Так, ты что у нас делаешь, товарищ? Давай посмотрим. Кстати, а что у нас скинулись? У нас три были или в каждом уровне? А, вон он что делает. Ля ты посмотри. Прикольно. Он, кстати, может так много раз бить, да, получается? Типа назад и вперед. Дважды дамаг проходит, смотрите, видите? Я, наверное, тормознем вас здесь. Слушай, тут еще и перемотки есть даже. Тихо. Чтоб побыстрее, знаете. Так, ну пока тебя не будем размещать. Потому что вроде бы... Вы справитесь с ним, да? Вы вроде бы справляетесь. Так, еще один горох. Ой... Так, ну давай тебя уже, наверное, запихаем. Так, ты... Блин, здесь они... Так, а чё ты? Что ты? Ты что не справляешься с ним? Справился и умер, кстати. Справился и умер. Замечательно. Так, а тут что, они идут? Блин, я не успеваю. Вы, ребята, вы что... Даша, ты куда же тебя? Так, справишься? Тут опасно, кстати, да. Так, я не знаю, куда. Куда тебя запихать? Вот сюда, наверное, потому что тут нету, в принципе, у нас чем защищаться. Все. Ух. Хотя бы одна. У нас, в принципе, линии есть. Такой. Начальной защиты. Так, вот тут... Ага, тут справились. Замечательно.
Так, тебе сюда. Немножко ускорим наш процесс. Так, куда, где? Вот тут, наверное, да? Угу. И нужно потратить куда-то одну. Вот сюда, наверное. О, еще можно потратить, да? Сюда же, я думаю, тоже. Давайте потратим. Монетки заберем с вами. Конус, он не упал. Сейчас они, по идее, вдвоем быстренько должны разобраться с ним. Замечательно. В два ряда мы поставили защиту. Замечательно. Ага, вот у нас... Сейчас финальный пойдет или это все? Это все, да, кстати. Это же как называется вот эта штучка, игрушка, по которой дети бьют, знаете, и он там этот... Да-да-да, я не знаю, как это, бонг-бонг называется в Америке или в Мексике, когда дети бьют, и оттуда конфеты. Уровень? Что? Он еще тут уровни имеет в виду? Офигеть, это водный, я так понял. Вроде готовый, ага, к использованию, да? Это даже бонусный уровень, смотрите, был. Альманах, я понял. Вот, да, жалко, кстати, жалко, и вот нет русской озвучки. Ну, переводы, я бы понимал. Ну, плюс-минус, я-то плюс-минус знаю. Дамаг, дамаг, это показывает дамаг, в принципе, защита, защита. Сколько стоимость? Раньше я... Что это, strange, я не знаю, как это переводится. Так, давайте, апдейт. Прокачаем наши растения. А мы монетки же где зарабатываем с вами? На уровнях же, да? Ну и, в принципе, давайте на сегодня последний уровень пройдем, пятый. В принципе, достаточно будет. Используйте, ага. Так, так, так. А у нас все влазят, используйте. Или не все? Все влезли, да. Замечательно, let's go! Так. Сажаем. Так, давай, быстрей. Как же долго он заряжается. Так, тебя пока посадим сюда. Ты у нас, в принципе, первого зомби завалишь. Замечательно. И я, в принципе, даже успею. А ты успеешь вырасти? Этот момент. Так, тебя, наверное, сюда сделаем. Кстати, каждый уровень, блин, нет смысла тогда сохранять, знаете, вот эти бусты. Я до конца, типа, забиваю их, думал, знаете, чтобы этот... на следующий уровень. Нет, нифига. Какой тут на следующий уровень. Так, ты тебе ведром взорвем мы. Ой, мины взорвем, друг мой. Хотя вот это же лучше, да. А что я делаю? Вот это же, по идее, получше. Но он и стоит 175, видите, подороже. Так, ты справишься с ним, дружок? У меня прям подозрения какие-то опасные. Нет, справился, да. Замечательно. И мы вас тоже тормозим, наверное, вот в этом месте. Так, вот так сделаем, наверное. И теперь каждый... Тут даже немножко можно улучшить, да? Вот так. Ой, улучшить. Ускорить. Немножко сделать. Я не знаю, сюда, наверное. Давайте. Блин, хотя при ускорим тоже опасно, смотрите, тут можно не уследить за всем.
Блин, он сожрал мою... А, ты паршивец. Мину мою сожрал, посмотрите-ка. Блин, надо, знаете, было сравнить, что у дамаг у кого больше, либо у этого, у кого дамаг больше, того и, в принципе, давайте это запоставим. То и использовать нужно нам было. Так, тебя сюда запихаем. А где мышка? Я уже мышку потерял. Мина созрела. Тебе вот сюда. 450. У нас, блин, хватает. А что так медленно? Давай. Отсюда еще надо запихать одну. А, ну все. Какой-то легенький даже уровень, ребят, был сегодня у нас. Водные растения, да, это дали? Или нет? Нет, это заморозка какая-то. Смотрите, тут снежинка нарисована. Ну, тут, в принципе, по снежинке понятно. Они наступают на нее и замораживаются. Угу. Логично, в принципе. Это как мина. Мина только... Мина, которая будет... Хотя, что, давайте мы добрались до мины, до мини-босса. Давайте, наверное, вот, не до пятого, а до мини-босса доберемся. Это ж сейл. Покупки. У нас до сих пор, кстати, обучалка идет. Алмазики дали нам за что-то. На то, что мы бы купили. А там денежки были, 100 монет. Замечательно, там был еще вот такой. Что это такое? Какой-то боксер, я не знаю, кулаки, смотрите, он. Так, все. Все, ну давайте до босса, в принципе. Я хотел до пятого, но... Если уже шестой это босс, в принципе, или мини-босс, или что это такое? Выживание. Ага, ёшкин кот, мать моя женщина, там что происходит? Как это действовать? Да, сюда, наверное. А почему так быстро все движется? Мне кажется, или это ускорено? А если еще быстрее? Еще быстрее будет? Блин, они тут... Ага, смотрите-ка. Так. Откуда? Откуда? Где вас? Блин, давайте, появитесь. Зомби. Угу, вижу. И, кстати, блин, опасный с этим, с ведром металлическим. А, ну там стоит этот, защита, в принципе. Там, в принципе, защита стоит, хорошо. Орех. Так, это мы тоже запихаем, ну куда, где у нас нету растений. Вот сюда, наверное. Ага, еще одна нужна клетка, которая не защищена. Мы, наверное, сюда мину пока поставим. У нас при том две атаки еще будет за эту игру, посмотрите, видите, на шкале. Так, куда тебе сюда запихать, наверное? Но это нужно было обязательно, потому что он бы доходил бы сейчас в данный момент. Так, устанавливаем баррикаду. О, что это, глаз какой-то побитый маленький-то, посмотрите. Такой уже побитый. Так, да, это бананы, походу. Нет, это не кукуруза, это бананы. Я, знаете, только что подумал об этом. Какие-то кукурузы. Это бананчики, наверное, он кидает. Это типа пальма. Вы же в Африке же, да? Угу. Все, гениально. Так, это мы забираем.
это тоже забираем. Так, посуду, наверное, ставим, потому что как-то наглеете немножко. Так, где мышка? Ага. Там золотой еще, посмотрите-ка. Так, куда вас пока? Я пока не буду запихивать. Может, где-нибудь еще опасный появится. Так, тебе, наверное, сюда давай сделаем. И тебе, наверное, вот сюда сделаем. Пока еще будешь вырастать у нас. Ага, так, так, стой, стой, стой. Еще один, да? Ой, два даже. Замечательно, замечательно, в принципе. Так, успели? Успели забрать мы. Гениально. Так, орешки мы поставили почти все. Так, я, смотрите, у нас уже эти доступны. Ага. Слушай, а что если я тебе на это поставлю, что будет? Ага, ты бронированный будешь, смотрите-ка. И у нас появился такой еще... Так, где мышка? Сюда? Замечательно. Давайте мы еще поставим. И мину поставим, наверное, да? За... Если он будет уничтожать... А, ну все, ты у нас последний, в принципе, можно. Все, гениально просто было. С этими улучшениями, с этими бабасами нам ключ какой-то дали. Это мы просто гениально прошли. И по времени, в принципе, в 30 минут уложились. Что я не люблю, блин, большие делать ролики, что прям почти... Ну, у нас, у меня, конечно, выходят ролики, но я, в принципе, стараюсь, в принципе... Не делать больших роликов. Хотя последний. Опа. А это что это у нас? Это миры дополнительные? Я понял. Подожди, сколько у нас миров? Мы... Блин, нам нужно обязательно тыкнуть сюда. Плей. Какой плей? Я не хотел нажимать плей. Вы меня заставили плей нажать. Так нечестно. Потому что я в другое место не... Глупость какая-то. Они меня заставляют играть, представляете? Типа... Я даже не мог просто другое место куда нажать. О, нелогично как-то. Они могут, может, мне хотят что-то показать в этом раунде, что такое. А-а-а, тебе нужно делать то-то, то-то. Не знаю, сюда, наверное. Будем пока рандомно закидывать их. Так, я бы сюда тебя поставил, потому что что? Хотя они вдвоем, смотрите, нормально, в принципе, справляются. Так, и тебя, наверное, разместим сзади ореха. Если даже орех уничтожит, мы, в принципе, уставим. Так, забираем. Забираем монетку. Так, мину тоже, наверное, ставим, потому что у нас сейчас мина использовалась уже. Мину еще одну ставим, пока есть возможность такая. Ну, давайте я, наверное, бронированный поставлю вот так. Потому что это самая лучшая реализация в данный момент.
Так, что мне хотели этим показать уровнем? Непонятно, правда, что, потому что меня заставили этот уровень пройти. Вот видите, потому что я в другое место не могу щелкнуть, пока типа проходит обучалка. Ихние. Обязательные, при том обучалка. Не люблю я вот такие обязательных обучалок, которые прям заставляют тебе делать то, что ты не хочешь. Все, я все понял, все. Вот теперь да. Ё... Что? Что? Это, а это что, куда? Другие миры еще? What the fuck? Даже бесконечную игру можно это проходить. Я 7 уровней прошел. Обещал 5 пройти, потом 6, потом 7. Ладно, на 7 и закончим, ребята. А что у нас на 14 будет уровней? На 14 уровней, а ничего не будет, в принципе, будет. Ну ладно, завтра мы, в принципе, решим с вами. Я сегодня заливаю ролик, смотрю на ваши комменты, отзывы, в принципе, и на этом буду уже отталкиваться. С вами был Like of Game. Не болейте, не чихайте, играю только для вас. Всем удачи, счастья и здоровья. Что это такое? Закрыть, клам. Это первый день, я понял. Будем забирать каждый день, заходи и получать. Давайте, всем пока!